Магазин, которому невозможно отказать. В поселке Томилино открылся супермаркет «Да». Он приглашает за покупками экономных ценителей товаров высокого качества. Вместе с люберчанами предложение изучить ассортимент магазина приняла и Дарья Борисова. Супермаркет «Да» создан угождать. На каждый гастрономический каприз здесь найдется аппетитное предложение. Охлажденное мясо, колбасы, молочная продукция, овощи и фрукты попадают на прилавки ежедневно. Еще свежая выпечка. В продуктовые корзины покупателей она отправляется из собственной пекарни супермаркета каждые 4 часа. За теплыми французскими багетами, круассанами, пончиками и итальянской чиабаттой с оливками выстраиваются очереди. Беру булочки для себя и своих коллег. На самом деле очень нравится именно, да, хлеб. Именно вот в начале именно хлеб очень вкусный получается. Булочки пока первый раз пробую, думаю, тоже будут классными. Супермаркет «Да» накормит как в лучших домах и не ударит по карману. Покупателей приятно удивят акции и скидки. Выгодные предложения магазин готовит еженедельно. Магазины «Да» предлагают нашим покупателям новый формат дискаунтера, который гарантирует для них лучшее соотношение цены и качества. Достигается это благодаря применению лучших технологий и новых бизнес-процессов, зарекомендовавших себя на рынках Европы. «Да» сэкономит не только деньги, но и время. Поможет наполнить холодильник и полки для хозяйственных мелочей. Здесь можно купить товары для дома, бытовую химию и косметику. Все новое, все чистое. Ассортимент, смотрю, очень большой. Будем ездить. Нравятся цены доступные. Всегда есть какой-то выбор продуктов, который отвечает качеству. Мы очень рады открытию магазина. Тем более недалеко от нас. Мы живем в Красково. Проезжая мимо, будем заезжать только к вам. Супермаркет «Да» ждет всех ежедневно с 8 утра до 10 вечера в Томилине на улице Гаршина рядом с домом 5Б. Сделать выгодные покупки можно и в Люберцах. «Да» работает по адресам: Октябрьский проспект, 409А, улица Инициативное, строение 2Б, Новорязанское шоссе, 1А и улица Комсомольская, дом 21. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.